Перце по углам. Давай. После этой схватки. Это, да, очень трудно, нелегко, но у нас, благодаря тому, что у нас есть друзья, мы созвонились с ними, организатор данного турнира Стивен Барретт из Америки. Мы заранее подготовили время, когда надо проводить. Потом у нас я созвонился с друзьями, мы забрались у нас в спортивном лицее. На 8 дней был учебно-тренировочный сбор, приехали команды Белоруссии, Украины, Болгарии, Турции, Америки, Молдовы. А теперь у нас завершающий турнир для того, чтобы те ребята, многие ребята должны здесь подготовиться к чемпионату Европы в Швецию, Стокгольм. В Гагаузии борьба, спорт номер один. У нас сегодня есть чемпионы мира, есть участники, на сегодня участник чемпионата Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Из наших гагауз попал Евгений Недялко. Поэтому Гагаузия в борьбе растет. Гагаузы сам по себе это очень народ, это туркоязычный народ. Они очень любят борьбу, это в крови у них, это у нас традиция, борьба – это традиция. И благодаря тому, что у нас традиция наших отцов передалась нам, у нас очень хорошие борцы. Капканы. Готовится весовая категория 45 килограмм. Валева. Болельщики, не слышно вас вообще, как вы болеете. Видимо, не любите борьбу. Thank you.